назад не стала выдающегося харьковчанина. Человека со сложным характером и непростым отношением. Но я согласен с тем, что после смерти остается только лучшее. О Геннадии Кернесе я могу вспомнить много позитивного. Это был умный, веселый, задорный авантюрист в хорошем смысле этого слова. Кернес заслуживает быть увековеченным и получить от харьковчан памятник. Когда Геннадий Адольфович умер, городские чиновники очень много говорили о памятнике и обещали, что он появится на его могиле к годовщине смерти. Мы ждали, но, как обычно, они нас разочаровали. Поэтому вместо очередных обещаний группа неравнодушных харьковчан перешла от слов к делу. Благодаря нашим усилиям, а также работе известного скульптора и художника, в Харькове появился первый памятник Кернесу, который мы открываем в годовщину его смерти. Веселый, позитивный Кернес на лавочке в любимом им парке Горького. Я хочу, чтобы его помнили таким. Спите спокойно, Геннадий Адольфович. Мы будем и дальше любить Харьков и работать для людей.